Новые три посылочки, ребята, с разных сайтов, AliExpress, JD.ru. Поехали! Всем привет, ребята! Просто посылка из Китая, и ты об этом знаешь. Сегодня три пакетика у нас с вами на распаковочке. Новогодние распаковки продолжаются, уже в новом году видео выйдет. В общем, три пакетика у нас. Быстренько откроем, посмотрим. Вот этот пакетик я знаю, что с сайта jd.ru был. Тут вообще такая штучка находится. Сейчас вам быстро покажу. Она вообще маленькая, очень без трек-номера была. Заказывалась на сайте чисто для добивки. Стоила там вообще там 0.05 или вообще там, ну вообще какие-то копеечки. Это у нас здесь выпадает заглушечка, вот такая вот для 3,5 миллиметров разъема на вашем смартфоне. В общем, это вот так вот выглядит, вот сюда вот она вставляется, и вот можете вот так вот ходить. Ну конечно, не себе, девушкам там в принципе такие штучки пойдут. Вот так вот она поближе выглядит, ссылочку найду, положу в описании. Заказывалась на сайте для добивки. Ну вот выглядит в принципе неплохо, в середине такой большой камень, по бокам вот такие разноцветные камешки. В общем, вот такая вот штучка. Поехали дальше, ребята. Была заказана на сайте для добивки. Так, открываем следующий пакетик. Пакетик у нас был с трек номером. Что здесь у нас написано по нему? Написано подарок Gift. Поэтому не знаю. Оценено в $5. Открываем и смотрим. Ого! Ого-го! Вот это посылочка. Что еще? Очень много чего-то у нас здесь по бижутерии, ребята. Сейчас смотрим. Ничего себе, запаковали все, как напрятали. Так, пакет пустой. Пока уберу вот этот желтенький в сторонку. Давайте смотреть. Так, смотрим. Ребятки, вот такой класснейший браслет. Просто офигенный. Нереально крутой. Я когда-то уже заказывал, но на распаковку он ко мне не попал. Заказывали повторно, потому что носится очень классно, никаких нареканий, претензий к этому покрытию нет, которое вот здесь оно есть, оно очень прикольно блестит. Покрытие золотое, 18 карат напыление. Сейчас покажу поближе. Вот смотрите, в центре у нас такие вот, как кофейные зернышки, и такие вот классные, прикольные бриллиантики, камешки, которые очень классно блестят. Там на сайте продавец разрекламировал, что якобы это какие-то новые камешки, которые хорошо отгравированы, там отшлифованы, поэтому они вот так вот переливаются и блестят. Но честно сказать, на солнце браслет просто горит. Заказывал еще летом, ребята, и носится по сей день, девушка носит очень классно. И вот это покрытие золотое, оно так, таким и осталось. И камешки не выпали, все в общем на месте. Застежка в таком плане. Давайте покажу, уже вам отстегну эту застежку. Вот в таком плане застежка. Вот так вот все закрывается. Сантиметры этого браслета, по-моему, 18. На руку уже потом посмотрите. Сейчас, может, возьму линеечку, прикину по размерам, сколько он в длину. Потому что, ребята, ну реально он классный. Заказывать однозначно стоит. Ссылочки будут в описании. Перейдете, посмотрите. Сейчас возьму линеечку, и мы с вами глянем, сколько он по сантиметрам. Так, линейка от нуля до застежки. Ну вот, 18 сантиметров браслет этот в длину. Заказывал несколько, цена была очень адекватная, браслеты классные, у нас таких точно не найдете, поэтому как бы покупать, думаю, стоит. Вот еще один и даже еще один. В общем, три штуки браслета вот таких вот было. Ссылочки будут в описании. Все, ребята, тут браслеты были, еще вот какая-то на добивку, наверное, штучка была. Сейчас тоже откроем, посмотрим. Фирма такая в Китае есть, Roxy популярная. Не знаю, вот они выпускают покрытие 18К. И такие вот выпускают всякие красивые штучки. Это у нас серебряное покрытие. Вот такое вот подвеска такая вот с такими вот камешками. Выполнено в таком, наверное, каком-то египетском стиле. Очень много камешков, серебряная цепочка. Здесь еще вот это вот все крутится, вращается. В общем, смотрите, заказывайте, переходите по ссылкам. На пластиковой такой штучке сделано. Вот на подарок, думаю, отлично сгодится. И здесь еще мягкая подложка. Поехали дальше, ребята. Последний пакетик у нас.
тяжелый, был без трек-номера и написано тоже подарок, оценено в $3 по весу 50 грамм. Такой тяжеленький. Сейчас откроем, глянем, что у нас здесь. Ага, у нас здесь бусы, у нас здесь ювелирный набор, или не ювелирный, точнее бижутерия с такими бусами, Fashion Ювелиры. Была уже у нас такая фирма на распаковках. Смотрите, отдельный плейлист есть по бижутерии. Спрашивают, интересуются, пишут комментарии. Так что, ребята, думаю, вам будет интересно. Вот такие вот прикольные бусы с камешками посередине, вот такие вот вкрапления, кольца. Здесь есть Made in China, конечно же. И тоже, видите, тут всякие камешки вставлены. Вот такие вот жемчужинки. Ну, в общем, сделано прикольно, красиво, стоило тоже недорого. Все ссылочки можете посмотреть в описании. Вот здесь застежечка, немножко удлинять можно. Есть такой же браслет на руку, точно в таком же плане. Только здесь у нас два вот таких вот промежуточных на резинке колечка вставлены. Тоже выглядит прикольно, блестит все. На руку вот так вот одеваете, и полный комплект у вас будет. Видите, как блестит прикольно. И в таком же плане вот и серьги. Серьги тоже с одним кружочком посередине. Выполнены тоже из таких вот бус жемчужинок. Застежечки вот такие вот, ребятки. В общем, все, в принципе, дошло. Все классно. И это была просто посылка из Китая. И ты об этом знаешь. Значит, у нас вот сегодня были вот такие вот прикольные браслеты на руку с камешками. Вот такая вот маленькая штучка, заглушка на телефона, но можете выделиться, если купите ее. И вот такая вот еще была подвесочка у нас. Ну что ж, ребята, с вами прощаюсь, был Игорь с вами сегодня. Смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, и на этом с вами прощаюсь. Всем пока.